Здравствуйте. За окном сентябрьский вечер. Хорошее время, чтобы поиграть в осень. Я поэтому решился пригласить вас на совсем небольшой домашний онлайн-концерт, чтобы сыграть несколько осенних вещей, которые приходили в последние годы. Давайте начнем с самого начала. С начала осени, которая начинается не 1 сентября. В первой половине августа она начинает приходить изнутри, когда снаружи еще все зеленое, а внутри деревьев начинают появляться первые желтые пряди, которые звучат по-осеннему. Об этом мне рассказала липа за окном, вот это самое. Несколько лет назад ее первая осенняя прядь прозвучала мелодией, которая назвалась «Первые знаки». В прошлом году первая осенняя прядь встретилась на берегу вот этого маленького загадочного озера в Орникенском лесу, и ее тема была вот такой. Дождь. Порой наш неразлучный спутник осенью, и порой хочется сказать, что он холодный, промозглый,
На самом деле с ним нужно разговаривать. Тогда он дарит совсем другие ощущения. И вот один из таких разговоров с осенним ночным дождем, с которым пришлось идти осенью ночью, подарил вот эту тему. Вам доводилось читать, что написано на позднеосенних листьях? Ранней осенью читать сложно, там многое слишком красок, а вот поздней осенью начинают более четко проступать их загадочные листьевые иероглифы. И однажды, встретив вот этот кленовый лист на осенней лесной прогулке, я попробовал прочитать. И он подарил мелодию, которая назвалась «Короткое письмо из осени». Thank you.
А еще позднеосенние листья похожи на осенние звезды, если они ночью находят какой-нибудь источник света и горят в этом источнике. Такая мысль пришла, когда я увидел вот этот лист кленодуба из окна поздней осенью. И, конечно же, он подарил тему, которая так и назвалась «Последние желтые листья».